Аналогично перегрузке функций, в C++ существует перегрузка методов. Рассмотрим это на следующем примере. Вектор 2D — это класс, описывающий вектор на плоскости. Вектор на плоскости задается двумя вещественными числами, координатами конца этого вектора. И для такого вектора можно определить два различных умножения. Одно — это умножение вектора на число, при этом мы умножаем каждую координату вектора на это число, и умножение вектора на вектор. В данном случае скалярное умножение, то есть мы умножаем соответствующие координаты между собой и дальше складываем результат. Используя перегрузку, можно записать умножение вектора на число и умножение вектора на вектор единообразно. То есть мы можем определить переменную типа вектор 2D с координатами 1, 2, дальше умножить этот вектор на число 10. В результате мы получим вектор с координатами 10, 20. После этого можно при помощи той же функции, да, но перегруженной, умножить вектор p на вектор q. И в результате получить вещественное число, соответствующее в данном случае числу 50. Да? То есть мы умножим вектор 1, 2 на 10, 20, мы получим 50.